Привет. Привет. Ну вот приехали сегодня. Ой, точнее вчера. Сегодня пришли на пляж с утра. Ищем место. Вот. Пляжик. Народу пока одни китайцы. Ну вот наши подходят. И все сюда идут. Вот такой вот пляж. Бухта Дадунхау. Погода сегодня что-то не очень пока. Жара. Жара стоит, да, но говорю, тучки. Ну, говорю, песочек, конечно, желтенький, но очень все чисто, все убрано. Купаются пока только русские одни. Наташа, вот что-то даже не раздевается. Странное настроение у нее нету. Китайцы все смотрят. Хоть к нашим он пойти, где голые лежат. А это... Китайцы не раздеваются, никто, ну, все одеты. Китайцев. Одни пойдем китайцы. Место, где пойдем сейчас подальше. Отойдем, там вот пляж, вот там он. Проходишь чуть-чуть влево. И вон все пусто полностью. Никого, ни одного человека. Пойдем, дойдем до туда. Купили, вот что мы купили, Наташа? Маракуйя. Купили маракуйю, покажи. И пиво. Ну и пиво, конечно. Маракуйя. Тут мы пока не искали места самые, где подешевле. Маракуйя мой любимый фрукт вообще. И в Вьетнаме, и в Таиланде. Цены дорогие. У него тут дорогие, да, пока вот мы брали. Получается, на наши деньги 260 рублей мы брали за килограмм. Конечно, как у нас в Воронеже стоит одна штука, я видел, стоит 90 рублей вот эта вот маракуйка. Конечно, не сравнится. Взяли на 100 рублей. Вот это да, взяли мы на 100 рублей, там сколько, 6 или 7 штук. Пиво вот. Пиво взяли 4, да, 4 юаня, 40 рублей. Но пиво слабенькое. Так понял, 10 оборотов меньше, чем у нас Жигулевская. Ну тебе хватает. Мне? Да нет еще. Пойдем, пройдемся по пляжу. Вот тут какие-то местные блогеры на пляже уже снимают свои видео с такими с камерами профессиональными. Все, тут это. Вот тут девочка с какими-то... С двумя телефонами сразу же у нее. Что там у нее стоит? Система какая-то интересная. Пойдем дальше. А вот не температура воды показывает. Не знаю. Табло светит. Ну да, какое-то табло тут. Китайцы все смотрят на нас. Ни хао. Ну вот пойдем. Потом после пойдем мы по отелям. Ой, не по отелям, по магазинам. Смотреть где чего, кафешки. И сегодня вечером у нас запланирована утка по-пекински. Сегодня прям обязательно будем искать утка по-пекински. Это ради того, что мы сюда ехали. Она сказала бабьяга. Так что в следующем видео будет утка по-пекински.